Такто-кун, чё-то кокунин штео китай кото арну дакидо. А, Такто-кун, можешь подойти, пожалуйста, на секунду? Есть какой разговор. Нон дэсу? Да, что такое? Кочира де каттэни сирабете мо ии но дакидо, амари ии ки га шинай дешоу кара чоксец кико като. Ну, это кое-что, что я бы, наверное, и сама сделала, но, знаешь, я не чувствую, что это будет правильно. Так что спрошу тебя напрямую. Да, что такое? Ну, касательно твоих отношений с Отохой. У вас есть какие-нибудь особые отношения? Мы просто друзья детства. Выросли в одном и том же месте. Вы оба потеряли своих родителей, кто бы сомневался. И с вами не было других детей вашего же возраста, да? Так вы под это покопали, да? Так, сестра... Нет, так не пойдет. Я не копала ничего там насчет того, сестра ли она тебе или нет. В любом случае... Это все я считаю личной информацией, но все же нужно знать. Я что-то не понимаю, к чему это вы вообще ведете-то? Ну, вы двое жили сами, да? Ну да, нечто подобное. Взрослые приходили и уходили. И со всякими странными людьми мы не особо хотели разговаривать. Мама Отохи-сан умерла где-то 5 лет назад, да? А, вы действительно много покопали. Да, просто так, работа. Так значит, фактически ты жил вместе с девушкой 5 лет. Ма, 施設は飯を食うのと寝るためだけの場所でしたけどね. Ну, вообще-то это было просто местом, где я мог поесть и поспать и все. Большинство своего времени мы проводили снаружи, занимаясь какой-нибудь странной работой. Да нет, я не про это. Я имею в виду, между вами двумя действительно ничего нету. Или точнее, ничего не было. Что вы имеете в виду? Так-то-кун, ты как бы... Тебя никогда не привлекала
Это девушка, так сказать. Вы меня так спрашиваете, как будто я должен обижаться, что ли? Да ты, я парень, укасиваю, чёски таки не кангайте. Ну, ты должен понять, я же всё-таки спрашиваю тебя ради безопасности девушек, что будут здесь. Донна чёски деска? Дайтай соре нара айцмо укаси те кото ни нару нжанай деска? Что вы имеете в виду? Вы тут мне устроили допрос касательно Атохи же. Что вам нужно знать-то? Ара, Отоха-сан ва хцу ё? Хонно чотто мужикак на даке де. Да не, с Отохой всё нормально. Делай что хочешь, так сказать. Она просто... И любит немного отлынивать, как я заметил. Я себе заботиться. Му и деска. Конна ханаши цкиатте ирареませんし. Короче, парень так и не понял, к чему она ведет. Трахался ты с ней или нет, блин? Она. Или точнее, ты прыгаешь на каждую девушку или нет? Ладно, мы закончили уже. Но у меня кое-какие дела есть, которые нужно сделать. Постой! Я его что, разозлила? Плохо, плохо. Или может быть ему вообще все равно? Или... Может быть ему все равно, или он что? Не закончила мысль. Ой... сексуальной ориентации. Но как видишь, Аюми тоже немного по... сомневалась. Так, что за фигня? Так, ладно. Нужно дать квест. Ладно, все, погнали. Ну, закончила на сегодня. Ты уже закончила? Ничего себе, быстро. Отскаре-сама. Наканака тегива га ии ва не. Обое мо хаяй митай даши. Хорошая работа. Ты, похоже, очень хороша. Да и еще быстро учишься. Вы действительно так думаете? ГЖ, а Юми нравится? Да нет, ему вообще никто не нравится. С чего это ты взял? Блин, я не знаю одно слово. Пытаюсь еще искать.
Короче, не знаю этого слова. Но что-то насчет того, что типа, ну это достаточно утомительно или в этом духе. Эй, да ты всегда... ты всегда очень быстро можешь сказать, что ты грубая. Такто-кун-ва-миучи-ни-ва-кибиши-тайп-ми-тай-не. Такт, похоже, такой тип, который тебе очень близок, что ли? ここまでのところは全く問題ないわ。 Да все хорошо. Пока что не было никаких проблем ни с чем, так что не беспокойся. Правда? Слава богу. Момука-мо-со-мо-ва-йо-не. Момука, ты тоже так думаешь, да? Сиранай-ва-йо. Как будто я знаю. Я вообще не заинтересована, как она свою работу делает. Ах, ну и ты снова начинаешь с этим. Эй, я думаю, что скоро она будет готова. А разве не слишком рано еще? Я думаю, что все еще опасно. Ара, кёми га най то итте ойте. Нани о конкё ни абунай то умоу но кашира? Что? Вот ты ж только что сказала, что не заинтересована в этом. В чем твои доказательства, чтобы говорить, что это опасно? Странно, конечно, звучит. Хуики де вакан но ё. Да-да, но серьезно, действительно проблематично не иметь идола, который занимается делами. Кто знает, когда бип может появиться. Мы сейчас в порядке, но... Но только пока. Что? Из-за того, что это стало проблемой, ты... начала действовать необдуманно, что ли? Варк торанайде. Микирио цкеру ни штемо хаяй хоу га ии дешо. Аре зитай но кикен ва такаку най ши. Ну, пока что это не опасно. Но если она вскоре не начнет уже нормально заниматься своим, короче, этой работой, то будет плохо, так что нам лучше узнать это как можно скорее. Готова она или нет. Ну это правда, но... В таком случае все решено, да? Ты делай все, что хочешь. Но, если что-то случится, я не буду ответственна за это. Ах, ну а ты действительно упертая. Вы, ребята, о чем вообще говорите? А разве еще не начали? Нет, она только тренируется сейчас и показывает, что она способна на это или нет стать полноценным идолом. Но сейчас будет финальный тест. Отоха-сан? Извини. Так, Отоха-сан. Я думаю, что пришло время для того, чтобы ты начала последний тест, чтобы стать идолом как можно скорее. Последний тест?
Последняя проверка. А это будет последний? Если ты сможешь с этим справиться, ты официально дебютируешь в качестве идола. Дебют? В качестве идола? Официально дебют? Эй, ты это слышал? Так, дебют! Она сказала, у меня будет дебют! Я дебютирую! Я слышал! Хватит повторять! Еще слишком рано для тебя, чтобы ты праздновала! Она же сказала, если ты сможешь это пройти... Ну, конечно же, очевидно, что это будет слишком тяжело для тебя. Но, ладно, я позволю насладиться приятным моментом, пока он есть. Дебют, она сказала, дебют. Блин, она как наркоманка. Ой, это ой. Эй! Земля Луне! Соледе. Мазва Отохасан но Исио Какуништайн дакедо. Ну ладно, тогда сперва нужно кое-что тут для Отохи Тян смотреть. Да, я сделаю это. Последнюю проверку. Позвольте мне это сделать. Эй, ты действительно уверена, что хочешь позволить ей это сделать? Ты действительно уверена, что все будет хорошо? Она воистину безмозглая. Так она так и есть. Ну, очевидно, что она очень этого хочет. Я сделаю это немедленно. Сделаю прямо сейчас. Куда идти? Что мне... Нет. Где оно? Куда мне идти? И что мне там делать-то надо? Да-да, подожди немного. Сейчас я все лично тебе объясню. Ой, има сугутте. Камбен ште кре. Сигото кара каэтте кита баккари даро. Эй, в смысле ты сказала прямо сейчас? Дай мне передохнуть. Мы же только что вернулись с работы. Ну ты можешь отдыхать столько, сколько захочешь. С тобой это вообще никак не связано, в конце концов. Что? Никак не связано с... Такткун что? Не пойдет со мной? Ну, конечно же нет. Почему обычный гражданский должен быть на последней проверке идола? Ну, это правда, но, знаете, Отоха, наверное, взяла бы его и на сцену танцевать и петь, если была бы ее воля. Она ж такая. Ну, у тебя же... Ты же не против этого всего, да, Тактокун? Ну, работа, что мы занимались вместе, было немного странной. Разве не так? Да нет,
Я имею в виду, ну, возможно, но мы всегда же были бы вместе с самого детства. Анта, утамико ни натте кара мо цутто отоко цуремао суки нано? И ты все еще планируешь таскать с собой этого парня, когда станешь идолом? Таскать Таку-Такуна повсюду? Но ты что, не понимаешь? Я думаю, что ты, наверное, это уже знаешь. Но если у Тамихо будет особый человек со стороны другого пола, то это повлияет на ее популярность. Ну, кто бы сомневался. Но... Ну, конечно, если ты так сильно настаиваешь, тогда мы должны переодеть Таку-Такуна в девушку, чтобы обмануть людей. Но... Что? Да, прекрасная идея. Ну, ладно, пожалуйста, сделайте это. Ну постой! Что ты хочешь сделать со мной? Да уже прекратите с вашими дурацкими шутками. Ой, простите, пожалуйста. Я знала, что должна была что-то... Нет, я знаю... нет. Ой, простите. Я просто хотел немного потроллить. Во. Эх, сама по себе, на последней проверке. Будет ли у меня все хорошо? Эх, если ты уже такая до того, как все это началось, то мы уже, наверное, можем предсказать, какие будут результаты. Ну, Такто-кун, ты хочешь ей что-нибудь еще сказать? Я? Что с этим лицом? Разве ты не хотела всегда быть идолом? Да, я хотела, но... Тогда постарайся. Я буду поддерживать тебя отсюда. Так, Кун. Да, я постараюсь. Спасибо тебе. Ну, вот теперь ты ведешь себя как как нормальный мужик. Очень хорошо. Что это все значит? Эй, давай быстрее. Хватит тут разговаривать уже. И поторопись, и начни уже свою проверку. Да, ты права. Ладно, давайте начнем проверку уже. Хорошо, я думаю, это правильное место, да? Как только закончится последняя проверка, я наконец-то дебютирую как идол. Хорошо, я покажу на все же, что я способна. Йоу! А,
Это одиночество. Чувствую себя одинокой. Но я должна постараться. Такт-кун не вечно же сможет быть рядом со мной. В конце концов... Да. Ну, в конце концов, он найдет себе тянку. Она, походу, бормочет что-то у себя там под носом. Действительно, все будет с ним все будет хорошо. Вот дитя. Но будет проблемой, если она не сможет. Кое-кому придется очень трудно. Потом они заботятся. Что еще? Мне вообще ничего не трудно, ты что? Так вот, вот значит, как вы за всем смотрите. А? Ты еще здесь? Что ты имеешь в виду, все еще здесь? Разве я тебе не говорил, что с тобой никак не связано? Несмотря ни на что, она может стать идолом. Ну, как бы... Да не нужно так рубить. По крайней мере, он может посмотреть, каковы результаты будет, не так ли? Как только он узнает, что она сможет без проблем справляться со всем в качестве идола, то он сможет без проблем вернуться домой без каких-либо беспокойств. Ну, если она сможет с этим разобраться, точно. Всегда найдется работенка, чтобы... Найдется работенка, чтобы вернуть его обратно. Ну, похоже на то. Так, ладно, посмотрим, как все пойдет. Всегда есть разные исходы из ситуации. Ладно, наконец-то. Пожалуй, это абсурд. Ну, абсурд не абсурд, но все же. Что это у нас? Угу. Про типы монстров. Финал главы. Да, это финал главы. Вроде бы недалеко. Так, ладно. Так, нужно найти предмет, который откроет мне, так сказать, защитный барьер, чтобы дать пройти через дверь и добраться до цели. Здесь
着いた。なんかすごく時間かかっちゃった気がする。Это уже конец этого места? Эх, слава богу. Похоже, я сейчас скоро закончу. 疲れたよ。怖かったし、痛かったし。Ох, я так... でも、ようやく... волновалась. И, блин, я была такой... так напугана. Но, наконец-то, я смогла. Ты まだ終わってないんだよね。Постой, это еще не за... не... это еще не конец. Здесь где-то должны быть бип. Вон они. А, вот оно. Это то, о чем Маю Мичсан говорила. Если я смогу сама справиться с этими бип, то будет все замечательно. Все будет хорошо, все хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо. Я уверена, что я смогу это сделать. Они сказали, что они слабые, в конце концов. В любом случае, даже я... А? Оно двигается, двигается. Нанте, сонна хазу най ё не. Киносе, киносе. Чутто отчичко. Не, не может такого быть. Это просто воображение. Успокойся немного. Все хорошо, да? Хорошо, я успокоилась. А вот и я. Это просто маленький бип. Что? Что-то появилось из ниоткуда? Это странно. Я имею в виду... Они сказали, что эти бипы слабы. Может, я и пошла не в том месте? Да, походу, я перепутала. Ну, и мы еще не начали. Ну, извини. Может быть, как-нибудь в другой раз попытаемся. Ладно, я пойду. Не, постой, ты что делаешь? Вот только тебе жопа. Ну, нет, все нормально со стримом, Максимус, это у тебя что-то. Сейчас проверю дропы. Да, все хорошо. Да ладно, блин, не хнычь, Матоха, сейчас справимся. Готово, как раз плюнуть. Отоха! Начинается. Окей, ну что теперь произойдет? Что это такое? Вы же сказали, что это слабый бип. Дурак. Нету ничего подобного. Ну, большинство людей, конечно, повелись на эту недостоверную информацию. Ну, извините меня, но это тоже часть испытания. Тогда это... Фух.
Я как-то с этим справилась. Я вообще этого не понимаю. Что здесь происходит? Опять? Опять что-то приходит? Что же делать? Ну что же мне делать? А, точно. А, точно, мне нужно просто уничтожить Пип. Тогда монстры не будут больше появляться. Хорошо, раз все решено, тогда я спою. Хорошо. Мой голос опять странно звучит, я не могу петь. Они уже здесь. О, нет. Ага, блин, я же не такая. Я обычно же нормально пою. Но я так нервничаю, что я даже не знаю, что мне делать. Нужно собраться. Нет, ты попала. Блин, они вообще не боятся меня. Что она делает, дура? Да, она действительно такой тип, который очень плох, когда все доходит до дела. Но я не ожидал, что будет все настолько плохо. С ней все будет хорошо? Возможно, и не будет хорошо. Может, мы это просто сейчас стать провалом? Я иду туда. Нет. А, почему нет? Ты потерялась больше силы, чем сама думаешь. Если ты туда направишься, то у нас будет еще больше жертв. Жертв? Я с этим смогу справиться без проблем. Или ты говоришь мне, чтобы я просто тут стояла, сидела и смотрела? Если Отоха не сможет ничего сделать своей силой, то все будет очень плохо, короче, с ней. Эй, а ну постой, куда ты направился? Сейчас не время для этого, да постой. Удачного пути, будь осторожен. Что? Почему ты его не остановила? Ну, потому что у меня было чувство, что с самого начала такое будет. Что ты имеешь в виду? Если ты думаешь, если он пойдет туда, то как-то все уладится, да? Типа того. Конечно, Отоха должна справиться с этим сама. Ну, если... Ну, по идее. Но... Смотри,
Значит, ты планировала это с самого начала? Даже мне не сказала? Да, вот знаешь, это вообще-то грубо, как ты это... Каким тоном ты это сказала? Я просто забыла о тебе об этом рассказать. На этот раз ты действительно это специально сделала. Ну ладно, все, что осталось, это довериться. Че, молодые? Ну тогда в таком случае я тоже молодая, да? Ох, как прекрасно. Хорошо, я справлюсь с ними. Ах, меня действительно побили. Еще? Если я не разберусь с бипами, они будут продолжать идти. И в этот раз точно я... Ой, плохо. Я не могу дышать. Я не могу петь так. Пожалуйста, прошу, дайте мне немного передохнуть. Да, будут они давать тебе отдыхать. А? Это нечестно. Что же мне делать? Моя нога не двигается? Не может быть. О нет, что же мне теперь делать? Отойдите от меня! Нет! Отоха! Больно. Такт-кун? Почему? Почему? А потому что у тебя тут проблемы. Не нужно это так говорить, а? Кровь? У тебя чуть-чуть течет кровь? Ты в порядке? Да это ничего. Это все моя вина, не так ли? Прости меня. Прости меня. Прости, пожалуйста. Не беспокойся об этом. Самое важное, поторопись. И сделай что-нибудь с этим уже. Сделать с... Ты имеешь в виду бип? Да, и Мэтт, что окружает нас. Мы, если мы ничего не сделаем... Нет, если мы ничего не сможем, то убегай так далеко, как сможешь. Справишься? Все хорошо, я справлюсь. В конце концов, Такт-кун, ты же со мной. Тогда поторопись и сделай что-нибудь уже. Я верю в тебя. Да. Так, ну, собственно, наконец-то... Такт-кун появился тоже. И он тоже будет нам помогать. Точнее, во время боя.
Тупо нужно нажать Quick Time Event, когда появляется он на экране. Перевожу за работу, женщина. Опа. Удар она делает, и удар я. И еще. И еще. И когда монстр атакует, он ее защищает. Эх, я не успел нажать кнопку. И все. Но, к сожалению, можно защищать только одну девушку за раз. Потом, когда их будет 5, то нужно будет выбрать, кого защищать. Ну и, собственно, с ними отношения из этого будут качаться. Это повлияет на концовки, личные концовки. Как всегда. Хорошо. Я сделала его. А теперь... Время пришло. Не позволь. Нет, помню. Точно сделаю. Не обязательно. Получилось? Они исчезли. Они действительно исчезли. Да, ура, я сделала это, я вынесла их. Фу, господи. Если ты можешь это делать, то в следующий раз сделай это с самого начала. Ну, я не специально хотела провалиться. Это может стать проблемой, понимаешь? Если отныне ты будешь идолом. Это правда, но... А теперь что происходит? Это... Ну, я имею в виду про... проверку в качестве идола. А. Я думаю, что я провалилась. Это было недолго, но зато оставило здесь приятные воспоминания, да? Да не говори это так, как будто я точно провалилась. Это очевидно, дура. Ну, что бы ни было, я думаю, что мы очень скоро об этом узнаем. Пошли обратно. Я не хочу возвращаться обратно. И погнали. И как бы... Ну, мы вернулись. О, с возвращением. Похоже, было нелегко, да? Простите меня. Так, ты в порядке? Раны какие-нибудь есть? А, все нормально. Это ничего, просто царапина. Она уставилась на нас. Момокотян прямо сверлит нас взглядом. Она и на меня тоже уставилась. Как бы... Прости меня. Мне действительно очень-очень жаль, что я не смогла сделать все как нужно. Я
Я тоже извиняюсь за то, что так внезапно убежал. Она в натуре злится. Пусть она ничего и не говорит, но от этого мне еще страшнее. Слышь, ты? Да, а ты это мне? Иди сюда. Иди. Да. А сейчас... На! О, господи. Она, походу, действительно на полную выложилась. Больно. Ты дура! Дура! Тупая дура! Мне очень жаль. Идол, который не может спеть из-за того, что она нервничает. И из-за этого гражданские окажутся в опасности. Да ты... Можешь ты уже прекратить это? Разве этого недостаточно? Давай, Отоха-сан, прекрати плакать. Мне очень жаль. Слышь, ты? Да? Ты знаешь, если все обернулось бы хуже, вы оба могли бы там сдохнуть. Понимаешь, дурак? Да, но если бы я... Нет, если бы я ее оставил, то Отоха... Само собой, один труп это лучше, чем два трупа. Как бы... Она уже перешла черту. Они оба, самое главное, что живы и здоровы. Ей все сработало, не так ли? Ну, может быть, в этот раз, но... Это все моя вина, пожалуйста, не вините Такт-куна. Кроме того, я бы не позволила ей умереть. Это же все-таки проверка в конце концов, да? Правда? Ты прямо зло воплоти. А, точно, насчет результатов. Да, точно. Я смогу стать идолом? Или как? А? Чё? Тебе не надо делать такое лицо. Ты думаешь, что станешь идолом после всего дерьма, что произошло? Ты всегда так думаешь? Ну, я имею в виду, я же все-таки победила Бип. Так что я просто надеялась.
ったら失格よね、あれでは。Ну, здравый смысл, наверное, говорит тебе, что ты провалилась, да? Так и знала. То вае, Утамико но нарите га инай то, котчи му комару ши. Однако, у нас будет проблема, если мы останемся без идола в данный момент. Ты была на грани, Но самым низким баллом я дам тебе пройти. Что? Я прошла? Правда? Однако есть одно условие. Да, я сделаю все, что угодно. Если я смогу стать Утамихо, то у нас все готово. А, ну, рада слышать. Ну, тогда я хочу, чтобы Такт-кун тоже работал под меня. Да, я сделаю все, что смогу. Стоп, что, Такт-кун? Я? Конечно, я хотела бы, чтобы он занялся моей работой, но на данный момент он нужен на поле боя. Ты будешь менеджером и бодигардингом идолов, охранником. Постойте секунду, почему я? Ну, сейчас ничего не поделаешь уже. Похоже, если ты не возле нее, то она вообще не может петь нормально. Вау, это действительно офигенно! Я смогу стать идолом. Да еще Такт-кун будет всегда рядом со мной. Не нужно из-за этого так веселиться, дура. Она снова меня ударила. Ну, раз все решено, тогда есть кое-какие основные вещи, которые тебе нужно запомнить. Однако сперва... Постойте секунду, я еще даже не согласился на... Что? Ты не хочешь? Очень жаль. Но если... Нет. Очень жаль. Ну тогда в таком случае... Эх, значит нам придется пересмотреть результат. Как жаль. Да нет, Такт-кун, пожалуйста. Да нет, если ты даже будешь меня умолять. После того, как ты бросился как герой спасти ее, теперь ты просто ее бросаешь? Да... Блин. Сейчас, секунду, сформулирую правильно. На словах он много чего может, но когда дело доходит до дела, он нерешительный. Да, но ситуация-то сейчас другая, тогда была
совсем другая. Пожалуйста, Такт-кун, прошу тебя. Я сказал, мне нужно подумать немного. Прекрати. Прекрати смотреть на меня, как будто сейчас заплачешь. Ну хорошо. Ладно, я это сделаю. Довольно? Ты это сделаешь? Спасибо тебе! Почему это ты мне благодаришь? Ты сама решила за меня. Я рада, что все разрешилось. А, да. Кстати, и всякого рода отношения между менеджером и идолом запрещены. Даже не пытайся, понял? Да я понял. Не буду ничего подобного делать, господи. Ну, давай постараемся. Давай оба постараемся, чтобы сделать меня идолом. А я хочу, чтобы ты сама старалась за себя. Ты тренируешься? Прости меня, я побеспокоила тебя. И рассказать тебе об этом. Похоже, та девчушка наконец-то ушла. Вон оно как, понятно. Но... Ты ждала достаточно долго. Но сейчас ты готова, ведь так? Ну, конечно. Надежно, как всегда. Буду надеяться на тебя. Наконец-то, после столького времени, с помощью этого, я поставлю ту девушку на колени. Блин. Сэйю Такано, который озвучивает злодейку, это, конечно, просто офигенно. А, это конец первой главы.